Полиция Стамбула задержала главаря организованной преступной группировки Гурама Чехладзе, объявленного Россией в международный розыск по линии Интерпола. Об этом говорится в распространенном сообщении отдела по борьбе с оргпреступностью Стамбульского управления безопасности. В нем отмечается, что представители отдела задержали и заключили под стражу Чехладзе, главаря ОПГ Джаниева, 14 июля в ходе операции, проведенной в стамбульском районе Кючук-Чекмеджа. Во время допроса было установлено, что криминальный авторитет руководил из Турции акциями, которые самостоятельно и от имени ОПГ совершали ее участники в России и Азербайджане. Перемещался по турецкой территории на бронированных машинах в сопровождении вооруженной охраны и отвечал за деятельность ОПГ в Турции. По данным городского управления безопасности, Чехладзе возглавил преступное сообщество после убийства в 2016 году в Стамбуле вора в законе Равшана Джаниева. По обвинению в многочисленных преступлениях в РФ, в том числе убийствах, он был объявлен в розыск по линии Интерпола. С 2020 года Чехладзе находится в Турции. В сообщении указывается, что 15 июля главарь ОПГ по решению судебных инстанций арестован и помещен в СИЗО. Отметим, что в 2020 году Чехладзе уже задерживали в Стамбуле за незаконное хранение оружия. До этого его также арестовывали при попытке покушения на вора в законе Надира Салифова.